Зимние каникулы закончились, а атмосфера праздника все еще царит в Сочи. Сегодня старый Новый год. А это значит, у сочинцев и гостей курорта есть еще один повод не только собраться за праздничным столом, но и прогуляться по ярко украшенным улицам. В этом году у Сочи особый праздничный наряд. В городе установили около 40 новогодних елок. Главное – на площади флага. В новогоднюю ночь около нее 2020-й встретили более 8 тысяч человек. Впервые гирляндами подсветили аллею пальм на Новогинской. Мне кажется, я впервые в жизни такое вижу в Сочи, чтобы вот так вот прям по всему периметру всю Новогинскую украсили пальмы. Это круто, правда? Ну, прям по-столичному здорово. Большая часть из новогодних световых скульптур, их в разных районах Сочи установили более полусотни, создавала компания, которая украшает к Новому году Московскую Красную площадь. Сочинцы и гости курорта оценили праздничную подсветку и с удовольствием делают фото на память. Можно тут в карету залазить, пофоткаться можно. Вот елка у вас красиво. Красиво все, достаточно неплохо оформлено все, в принципе. Могли много. В целом нам все нравится. Мы в городе часто бываем у вас, почти каждый год. Поэтому мы довольны всем. Это оформление шикарное. Очень все ярко, очень все празднично. Как раз хотя и без снега, но создается праздничное новогоднее настроение. Приятно смотреть. Сделано, видно, что люди специально подбирали. Да все нравится, молодцы. И это мнение не только мое, но это мнение гостей города, которых очень много приезжало на Новый год, с которыми я общался. Они говорят, приятно стало ездить в город. Объемные световые скульптуры, консоли и экраны продолжают создавать в Сочи атмосферу праздника. Украшать городские улицы они будут до 15 января. Галина Моисеева, Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.